Привет всем, друзья! Добро пожаловать обратно в Warlock. Проходит The Binding of Isaac Cantiverse. Итак, начинаем игру. Окей, поехали. Так, мы открыли Лазаря и Азазеля. Слушайте, Азазель — легкий персонаж, я не ищу легких путей. Давайте поиграем сегодня... А давайте поиграем Азазелем. Чёрт-то с ним. Может быть, с вот этим коротким бримстоуном, который есть у Азазеля, может, с ним будут интересно очень работать какие-нибудь новые предметы из Антиберса. И мы попадаем в сделку с дьяволом моментально. И это кошачья лапа. К сожалению, кошачью лапу Гапи мы взять не можем, потому что мы умрем физически. Ну, можно умереть морально, но... Конкретно здесь мы умрем физически. У нас всего 3 черных сердца. Азазель очень сильный персонаж, насколько я его помню. Только что были новые противники. Я не совсем понял, что происходит. Да, Азазель очень сильный персонаж, насколько я помню. Вау! Я только что взорвался. Все только что взорвались. Я не понял, что произошло. Это тоже какая-то новая фишка была, что ли. Я так понимаю. Я пытаюсь полчаса сказать, что Азазель очень... Азазель? Да, Азазель. Асаселька. Азазель очень сильный персонаж. У него есть лазер, короткий лазер, который дает ему возможность убивать противников очень быстро. Но это не основное его преимущество. Основное его преимущество в том, что он начинает с полетом. По моему мнению, лазер это круто, но, например, я как лох и плохой игрок, у меня небольшие проблемы возникают, когда я играю Азазелем. Ну, проблемы небольшие, потому что лазер небольшой, и, соответственно, я постоянно получаю урон случайно. Мы получили Мистер Мега. Мистер Мега открылся, наверное, после уничтожения нескольких камней. Если бы мы сейчас попали в сделку с дьяволом, мы, кстати, смогли бы взять... опять эти... рты на ногах паучьих. Ну, они нас пока не интересуют. Это новый предмет. Это новый предмет, я не знаю, что это. Микромикозис. Окей, микомикозис. Микомикомикозис. Почему ты растешь на моих глазах? Микомикомикомикозис. Я не вижу ничего. Объял меня страх. Окей. Ну, вы поняли, да? Была песня микомикомикозис. Ну, хит 2016. Покупайте в аудиомагазинах своего города на CD-дисках. Я классический исполнитель рок-музыки, я только на CD-дисках выпускаюсь. Окей, двойная комната с двойными ключами. Это была не комната шестерка, как в прошлый раз. Знаете что, я взорву этих ребят, я хочу получить достаточно денег, чтобы что-нибудь купить в магазине. Почему они все взорвались ядом? Без понятия, но мы проверим секретную комнату. О, боже мой, это настоящий бримстоун. Окей, мы его берем. У нас есть адский лазер. Я не знаю, кстати, что делает микомикомикозис. Я использую карту телепортации прямо сейчас. Я использовал карту дурака для того, чтобы телепортировать нас из секретной комнаты. Подождите, почему противники взрываются такими штуками, которые называются никак иначе, как... Облако яда. Что происходит? Почему противники в облако яда превращаются? Это микомикомикозис так делает, да? Слушайте, я не перестану называть его микомикомикозис. Мне слишком понравилось это. Окей, давайте не будем умирать. Давайте не будем умирать. Все, что нам нужно сделать, это дожить. У нас сейчас основная проблема, это отсутствие здоровья. И нам единственное, что нужно сделать, это зайти в магазин и купить в магазине одно синее сердце. Или открыть секретную комнату, например, здесь. И там может быть синее сердце. Там его не было, но теоретически оно там могло быть. Да, микомикомикозис делает так, что противники взрываются, когда мы их убиваем. Я не знаю, может ли нам этот взрыв наносить урон. Я предполагаю, что может, потому что он выглядит ядовитым. Темный бомж. Темный бомж это шикарно. Он может обеспечить нам выживание. Этот забег выглядит, как будто он станет одним из лучших забегов за всю историю человечества. Ну, конкретно моим лучшим забегом в Isaac Antiverse из двух забегов, которые у нас были, как бы этот самый крутой, 100%. Я бы сделал ошибку только что, я чуть не попал под микозис сам. Давайте аккуратно... Нет, пожалуйста, я прошу вас всех спокойней, люди. Так, я не иду на босса, сейчас. Более того, я поищу вторую секретную комнату. Мы ее нашли, пожалуйста, черное сердце. Пожалуйста, черное сердце. Две пилюли, пилюли можно брать. Увеличение скорости, увеличение скорости. Ну, против увеличения скорости я ничего не скажу. Кстати, у нас есть карта. Ну, я ничего не скажу. Я имею в виду, что я ничего против не имею. У нас есть карта, которая дает нам возможность увеличить наши деньги в 2 раза. Так, осторожно. Пользуйся микозисом с умом. Не дай ему тебя убить. Мы вообще можем вот тут летать, и они нам ничего не сделают, эти противники.
Темный бомж, он перерабатывает красные сердца в черные сердца. Это очень хорошо, потому что нам это нужно сейчас как раз. К сожалению, в магазине хер да ни хера. Нету никаких сердец. Я боюсь, что мы умрем, поэтому я использую карту, которая наши деньги удваивает, и пожертвую все деньги в машину для пожертвований. И мы открыли, в магазине появилась синяя карта. Это очень хорошо, потому что, если честно, я на самом деле, я верю, что мы сможем победить. У нас половинка здоровья, но у нас при этом очень-очень мощная атака. У нас Бримстоун. Бримстоун решает все наши проблемы. Единственное, что нам нужно, это получить сейчас одно синее сердце. И да, я мог бы не брать Бримстоун, например. Я мог бы остаться со своим коротким Бримстоуном, но слушайте... Ну, кем бы я был, если бы я остался с коротким Бримстоуном, когда мне предлагали длинный Бримстоун? Знаете, что я точно знаю? Что нам нужно обязательно найти секретную комнату. Вот она. И здесь три пилюли. Пожалуйста, хоть одна из них. Будь увеличением здоровья. Нет. Увеличение здоровья! Только у нас нету красных сердец, чтобы его пополнить. Пожалуйста. Игра. Телепилюля. Не надо меня никуда телепортировать. У нас нет красных сердец. У нас есть темный бомж. Если мы найдем красные сердца... Если мы сможем выбраться из той ситуации, в которой мы вот сейчас находимся, из вот этого вот жопы вот этой с нулем здоровья, то мы победим. Это увеличение здоровья. Ох, все. Я спокоен, я спокоен. Так, здесь мы были, да? Здесь мы получили, собственно, Бримстоун. Поехали на следующий этаж. Все. Фух, можно немножко выдохнуть, расслабиться. Диафрагма, успокаивайся. Хватит туда-сюда бегать. Иди домой. Папа ждет тебя. Так, хорошо. У нас есть одно еще красное сердце. Как только мы пополним второе красное сердце, я буду, в принципе, уверен. Но если не в победе, то в наших шикарных шансах на победу. Либо здесь синее сердце. Синее сердце и бомба из крашеного камня. То, что нам требуется. Фу, вот еще черное сердце. Все, мы выбрались. Мы выбрались, ребята. Мы в отличной ситуации. Так, ну знаете, раз мы в отличной ситуации... Тогда мы возьмем большую толстую муху. Я не знаю, что делает спичка. Я не знаю, что делает вот это вот кусок четок. Кусок четок я... Ну, точнее, что спичка, я предполагаю. По-моему, она увеличивает количество бомб, которые нам выпадают в комнатах. Новые враги для нас, наверное, не будут представлять угрозы в ближайшее время. Мы всех порвем и все заберем. Но, слушайте, если вы скажете, что типа, во, халява, выпал всего лишь Бримстоун, и ты только из-за Бримстоуна побеждаешь, знаете, что я отвечу? Что мы немножко потрудились, чтобы этот Бримстоун получить, это раз. Во-вторых, мы немножко перенервничали, когда этот Дристоун, когда этот Дристоун. О, меня зовут Дристоун Макфлойд, и для вас мистер Дристоун. Мы немножко усилий приложили к этому Бримстоуну, потому что мы, черт побери, были на грани смерти. И мы заслужили его, я так считаю. Возьмем безголового ребенка, почему нет? Возьмем безголового ребенка. Это название моего следующего панк-рок альбома, который я выпускаю весной. Покупайте на всех виниловых пластинках города. Вау, я вам скажу, Микозис создает очень приятное впечатление пока что. Давайте посмотрим, что в магазине. Синее сердце. Я не думаю, кстати, что оно нам требуется, потому что темный бомж на самом деле обеспечит нам полное здоровье в ближайшее время. Ну, должен. Он будет поедать красные сердца и выдавать нам в обмен синие сердца обратно. Так, а что мы видели? Мы на этом этаже все видели. Знаете что? Пошлите дальше. Пойдем дальше, потому что у нас такое дело. Мы хотим пойти на босс-раш. Поскольку у нас Азазель с кучей здоровья, с Бримстоуном, мы хотим пойти на босс-раш. Это в прошлом забеге я говорил. Ну, наверное, все знают. Я так говорю, как будто никто в Айзека не играет. Это я в Айзека не играл последний год. Поэтому... Мне кажется, что все про него забыли, но на самом деле это не так. На самом деле это не так. И... О, какашка. Не знаю, не очень, наверное, полезно, но я ее возьму. Все равно. Ну вот она нам дала половинку красного сердца. И лимонная вечеринка в качестве пилюли. Ну, будет полезно на боссах, если босс попадется нам, который ходит по полу, а не летает. То мы сможем ее использовать. В общем, да, мы постараемся убить маму быстрее, чем пройдет 20 минут. И тогда мы попадем на босс-раш, и там всех порвем, все заберем и победим как бы. Нам уже должен открыться доступ, кстати, на следующий уровень этой игры. Мы сразу нашли босса, окей. Я не против. Да, лимонная вечеринка, до свидания, ребята. Вы были уволены моментально, считайте. Еще здоровье, отлично. И это здоровье мы, наверное, сейчас разменяем тут же на
на разложившегося ребенка. Ну, разложившийся ребенок меня радует. Он должен наносить очень большой урон. Он призывает мух, насколько я знаю. Опять же, я буду немножко сомневаться во всем, что говорю, потому что это обновление, оно же добавило много всего. Но, по идее, оно только добавило. Я не уверен, что оно что-то убрало из игры, либо поменяло существующие предметы. Мы можем получить, кстати, бесконечные деньги, если возьмем вот этот камушек, и мы это сделаем. Ну, как бесконечные. У нас будут деньги до тех пор, пока мы взрываем камни. Это же счастливый камень, да? По-моему, каждый раз, когда взрывается какой-нибудь камень, мы получаем бабло. Так, смотрите, Микозис делает абсолютно беспроблемными для нас всех противников, которые ходят пачками, либо которые призывают после себя других противников. Вообще, это шикарный предмет. Я думаю, всю его мощь мы не можем пока что оценить только из-за того, что у нас слишком мощная атака своя. Наш Brimstone Laser убивает все, что движется, за долю секунды, поэтому у нас никаких проблем вообще не возникает, и мы не чувствуем той благодати, которую нам приносит Микозис. И, по-моему, эти взрывы, они еще и нам урон не наносят, так что тут вообще все шикарно. Ну, сыграем один раз здесь и пойдем дальше. Меня не особо интересует. Бомж, это тебе? Может, синее сердце? Ты можешь синее сердце мне дать, бомж? Не хочет. Не хочет давать синее сердце, но мы его сами тогда получим из камня. И бабла у нас бесконечное бабло, в принципе, можно сказать. О, это что? Воу, воу, мама мия, вы видите? Это высокий камень. Это высокие столбы, через них нельзя пролетать. Вот, смотрите. Блин, за этими бомжами не видно. Снизу от меня сейчас, вот прямо снизу, высокий столб. Я не могу сквозь него пролететь. Вот я сейчас жму клавишу вниз, чтобы пролетать. Вау! В этом дополнении появились специальные столбы, через которые нельзя пролетать. Я вам скажу, тот, кстати, то... О, Лео. Я не уверен, что Лео это хорошая идея, но Лео нам дает бесконечные деньги. Мы можем бесконечно давить камни и получать из них всякие плюшки. Я не уверен, кстати, что это Лео это хорошая идея. Очень такая уж хорошая. Прям шикарная. Потому что он... Мы можем случайно наступать на грибы. Например, грибы будут взрываться. Слушайте, а Микозис не дает ли нам иммунитет к взрывам? Потому что, ну, Микозис точно не наносит нам урон. Но мне вопрос интересует, это он не наносит нам урон или нам все взрывы не наносят? Новый предмет. Пачка батареек. Без понятия. Пачка батареек. Описание к этому предмету говорило... Ну, было написано в описании к этому предмету. Моментальная зарядка. Что это значит? Может, это у нас моментально все наши активные предметы будут заряжаться, может, еще чего? Я не знаю, я не понимаю, почему так быстро я тебя теряю. Но мы в любом случае прыгаем на следующий этаж, поехали. Мы очень быстро должны пройти все, что у нас впереди. Проблем не должно возникнуть никаких. 10 минут 52 секунды. О, новые противники еще стреляют во все стороны. Опять же, новых противников мы особо не посмотрим, но у нас еще для этого будет время. Не то, чтобы у нас какие-то ограниченные количество серий на этот мод или что-то такое. Я перестану поднимать деньги, потому что это смешно. Да, мы получили голову козла только что случайно из золотого сундука. Ну, тут комментарии как бы излишние. Голова козла — это всегда круто. Мы теперь получим все сделки с дьяволом в будущем. Конкретно это, наверное, 3-2 сделки. Ну, короче, мы их все получим в любом случае. Поэтому здесь я себя чувствую просто в отличном положении с этой точки зрения. По идее, с уроном у нас проблем не должно быть. И еще батарейка. И все. Мы и два крашеных камня в этой комнате. Ну, нам нет смысла не покупать синее сердце и батарейку. У нас бесконечные деньги. Что у нас нету, так это ключей. Вот если бы я хотел пожаловаться на этот забег, я бы пожаловался на недостаток ключей. Мне сразу ключ дают, спасибо, игра. Знаете что, я не буду открывать ключ, который... сундук золотой, который лежит в твоей комнате. Я лучше комнату с предметом открою. И это вафля. Ну, что я скажу вам. Вафля, в принципе, гарантирует нам 100% победу. Ну, я скажу, что победа, наверное, и так была очень близко к гарантированной. Это белая летучая... Это с потолка падают белые летучие мыши. Они для нас не особо опасны, потому что Микозис... Я сказал слово Микозис столько раз, кстати, за этот забег, что его смысл потерялся, в принципе. И мы получаем дохлую кошку. Окей, мы гаппи, да? Мы собрали 3 куска кота. Ошейник, дохлая кошка. А, мы ногу гаппи не смогли, в смысле лапу гаппи не смогли подобрать на первом этаже. У нас была проблема с тем фактом, что у нас не было здоровья, чтобы ее подобрать. Значит, мы еще не гаппи. Но в любом случае, 9 жизней. Окей, знаете, я в Айзека не играл давно, но я не тот чувак, который притворяется в
что у нас есть шанс проиграть, когда его нет. Ну, единственный шанс проиграть, это если мы полностью перекинем этот забег. Даже теперь мы только что подобрали голову Гапе. И я вам скажу честно, мы, даже если проиграем, то нам все равно. Ну, то есть, если мы умрем, нам все равно. Мы только что стали Гапе, даже если мы перекинем забег, например, комната с цифрой 6, что я, кстати, сделаю всегда. Я всегда буду использовать. Я вот сейчас даю торжественное обещание. Мы, кстати, Кейна открыли только что. Кайна. Я вам даю торжественное обещание, что всегда, всегда, в 99% случаев я буду использовать комнату с перебросами. Эти летучие мыши, они сидят на потолке. Комнату с перебросом, комнату с шестеркой, например, я буду всегда использовать. И, кстати, мы сейчас будем играть вот этого вот демонического бомжа, используя наши синие сердца, потому что куда нам эти синие сердца? Голова Гапи будет отлично работать со всеми нашими предметами, которые ускоряют перезарядку ее. И мы еще и нашли падшего, который дает нам какой-нибудь предмет из сделки с дьяволом. Это не самый крутой предмет, это доска Уиджа, которая для нас, кстати, бесполезна. Опа, 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 пацаны, знаете что? Мы можем попасть на дополнительный этаж. Мы возьмем лопату. Я не буду брать сестру Мэгги, я знаю. Мы возьмем лопату, пацаны. Мы сейчас идем на следующий этаж. И мы с этой лопатой, знаете, куда пойдем? Потому что нам же запрещено, как бы, ходить на более поздние уровни. То есть мы должны пройти мамину вагину, простите, или... Ой, вагину? Чрево мамина. Должны пройти. И потом мы сможем попасть никуда. То есть после этого игра должна закончиться. Но так же, как у нас вчера. Кстати, давайте возьмем вот этот вот пульсирующий червь. Он, наверное, с бримстоном будет классно выглядеть. Что-то не особо пока что. Но в любом случае, мы должны закончить после этого игру. Так же, как вот мы на прошлом забеге, мы убили ногу мамы и все. И как бы игра закончилась для нас. Потому что для этого есть причина. Ну, игра открывается понемножку, но это для новичков. Не то чтобы я новичок, я настоящий профессионал. Ну, на самом деле нет, я далеко не профессионал, но в любом случае. Так, используем карту просветки. Там я вижу секретную комнату, да, я знаю, что она там есть. О, мы еще и хвост Гапи нашли. Вообще полный комплект Гапи. Секретная комната с предметом дает нам книжку, как прыгать. Вот эта книжка нам точно не интересует нас. И в магазине нам предлагают мамину сумочку, которую я возьму, 100%. И бомбу тоже возьму, потому что деньги у нас не то чтобы бесконечные, но их дохера. Так, летучие мыши, я вижу вас. Вы там в засаде сидите, я абсолютно точно 100% вижу вас. Вылезайте оттуда. Сколько летучих мышей, блин. А, нам не нужно бомбы ставить, мы так можем все раздавить. И, блин, через некоторые эти столбы я не могу пролететь, прикиньте. Это для меня настолько непривычно и потребует некоторого времени для того, чтобы расчехлиться в этой фишке. Мы близки к бессмертию, потому что темный бомж будет пополнять нам здоровье. Даже если мы начнем получать урон в больших количествах, в чем я сомневаюсь, потому что противников мы убиваем очень быстро, то темный бомж нас спасет. Вы посмотрите на урон. Мы убили мамину ногу за 5 секунд. Пойдем в сделку с дьяволом, у нас еще дофига времени для того, чтобы попасть в босс-раш. Пойдем со мной, братец Бобби, хрен с тобой, я возьму. Возьму тебя, будешь нашим кентом. Так, и вот босс раш. Здесь 4 предмета, один из них на выбор мы возьмем. Ау, я случайно наступил на взрывающийся камень. Вот что я говорил, что Лео может быть плохим предметом. Так, из этого всего, знаете что? Я возьму Монго-ребенка. Монго-ребенок не самый крутой чувак, но он хотя бы веселый. И выглядит радостным, жизнерадостным. Теперь нам нужно убить здесь 150 тысяч боссов. Все боссы игры, ну ладно, не все боссы игры, но много боссов игры будут в этой комнате. Теперь нам их всех надо убить. И нам зачитается прохождение, как бы, босс-раша. Проблем с этим у нас не должно возникнуть никаких. Мы Гапи, мы можем летать. Мы каждый раз, когда стреляем, призываем тысячи мух, которые пожирают плоть противников. Мы абсолютно не испытываем проблем с выживаемостью. Ну, вру. Если мы уж совсем слишком сильно зажремся и начнем танковать лица противников собственным телом, тогда у нас возникнут проблемы. Тогда мы не доживем. Долго не проживем. Но пока что все отлично идет. Некоторые боссы будут умирать вообще за полсекунды. Такие как, например, Ларри-младший и Тератома, или как там она называется. Короче, все шикарно. Какие новые предметы мы на этом забеге нашли? У нас есть вот эти батарейки. Пачка батареек, которую мы нашли. Я не знаю, что она делает. Я буду с вами честен. Я без понятия. Я точно знаю, что делает... Какой у нас еще новый предмет есть? А, ну да, микозис.
Мика-мика-микозис. Танцуют все. Мика-мика-микозис. В моих глазах, в твоих сердцах. Мика-мика-мико... Окей, я прекращу. Да, я рассказал, что лопата делает. Как я ее планирую использовать, эту лопату. Ну, короче, смотрите. Расклад такой. По идее, когда мы пройдем мамино чрево, это следующий уровень, которого мы не видели на прошлом забеге, мы там должны встретить тупик. Ну, не тупик, а конец игры, так же, как и сейчас. Как на прошлом забеге мы встретили этот конец игры. Но, если у нас есть лопата, мы можем выкопать себе путь в ад. Зачем мы хотим копать путь в ад? Ну, у нас очень сильный забег. Мы можем убить сатану. Кстати, если вы никогда не играли в Айзека, если вы просто на моем канале смотрите меня и никогда ничего не знаете про Айзека, то все, что я говорю сейчас, не имеет никакого смысла. Ну, кажется, что это не имеет смысла. На самом деле имеет. Поверьте мне, мы пойдем, выкопаем путь в ад и убьем сатану. Я вам гарантирую. Если, конечно, я уж какую-нибудь совершенно глупую тупость не сделаю. Глупая тупость. О, моя кличка в универе. Или надо было про бывшую пошутить. Может, не так обидно было бы. Гвоздь мы нашли. И знаете, что мы еще нашли? Подозрительный черный магнит. Подозрительный магнит, он является очень-очень спорным предметом. Потому что у него есть негативные свойства. Странный магнит или там черный магнит или чего. Он притягивает противников к нашим выстрелам. Если бы наши выстрелы не были суперсильными, у нас были бы проблемы. Потому что... Одновременно притягивая противников. Кстати, не надо тупить. Подбирай красные сердца, бомж. Темный бомж, ешь сердца, да. Если бы у нас было похуже забег, если бы у нас не было такой мощи лазерной атаки, то темный магнит на самом деле меня пугал бы. О боже, это призраки, которые висят. Маленькие сердца, которые теперь не сердца, теперь они превратились в бомбы. Это был новый противник. Опять же, мы его не особо рассмотрели, потому что он умер за полсекунды, но... Главное, что он там был. Я знаю, что он там есть, как тот суслик. Вы не знаете его, а он там есть. Окей. Что это такое? Смотрите, это сердца, из которых что-то выпадает. И потом они превращаются в бомбы. Да, у нас еще вафля. Я совсем забыл. То есть на этом уровне мы бы получали так-то... Эти сердца, они бессмертные. Вы видите, что происходит? А еще там летают кости черепа, которые... Периодически превращаются во что-то другое. Я не знаю, давайте открывать сундуки. Бомбы нам не особо требуются. Я даже, кстати, не знаю насчет того, стоит ли открывать сундуки. Может, эти ключи надо сохранить на что-то более важное. Так, мой дорогой темный бомж, пожалуйста. Спасибо, благодарю вас за ваше синее сердце. Так, ну, хорошо. Мы еще сделку с дьяволом на этом этаже должны получить. Я закончил говорить о том, что мы сможем попасть в ад, да. И убить там сатану, да, вроде бы. Если заставка сразу не начнется, как мы убьем ногу мамы, то мы сможем. Ну, а ногу мамы нам надо убить в любом случае. Мы не можем ее пропустить. Ну, вообще там сердце мамы, то есть не нога мамы, у нас здесь будет сердце мамы. Кстати, да. Карта любовников будет отлично для нашего... темного бомжа. И вот увеличение здоровья я взял только для того, чтобы разменять его на сделку с дьяволом. Ну и здесь поиграть им можно. Я собираюсь терять синие сердца, мне на них пофиг. У нас есть бесконечный теоретический запас синих сердец. И мы получили вирус и открыли маленький мешочек с пилюлями. Хорошо. Хорошо, очень-очень хорошо. Спасибо, темный бомж. Да, вафля, она... Что это такое? Они тянутся на каких-то длинных штуках. О боже, я испугался. Это эти сердца. Они про... Ай, понятно, все. Так, открыть? Ну, давайте откроем. К счастью, здесь был ключ. Ну, открывать на самом деле смысла особого нет, потому что... Сердца нас не особо интересуют, на самом деле. Ну да ладно. Мы деремся против смерти. Смерть нам даст же кубик мяса, да? Книга откровения открыта. Не, не кубик мяса. Кубик... О, боже мой, сколько предметов. Окей. Из этих всех предметов... Вообще-то мы можем взять... Мы можем взять все три. Смотрите. Берем один. Где наше здоровье делось? Что-то я не понял. Что мы только что подобрали?
Короче, мы можем взять все три предмета. Не можем? Почему я не могу взять эти предметы? Эй, Михалыч. Эй. Я не могу подобрать эти предметы. Ребят, что-то происходит. Ну ладно. Ау. Слушайте. А не старая это ли это фишка реберса? То есть я теперь не могу взять предметы. Я мог из них только один какой-нибудь взять. Теперь у них появились нарисованные синие сердца, но почему-то я их не, они не подбираются. Ну ладно, слушайте. Поехали дальше. Не знаю, что произошло. Конечно, я тупанул. Я вам скажу на 100% честно. Мне надо было брать новый предмет. Это моя ошибка. Мне очень жаль. Естественно, это не в последний раз мы видим этот предмет. Но я бы предпочел, чтобы он у нас был. Ключи подбираем, да. Идем убивать мамино сердце. Мамино сердце, по идее, должно убийство маминого сердца дать нам возможность все-таки потом переместиться на следующий этаж. Да, если вы не понимали все это время, о чем я говорю, лопата. Мы подобрали лопату. Лопатой можно выкопать на предыдущий уровень. Ой, на предыдущий, на следующий уровень. Если он находится внизу, можно выкопать в земле отверстие и пробраться лопатой туда. Что я и хочу сделать? Уйдите нафиг все. Стреляющие лазерами ублюдки. И, наверное, надо... голова Гамми. Голова этого Тамми. Это очень круто. К сожалению, лопата нам нужна. Но знаете что? Мы можем лопату оставить и... О, стоп! Мы лопату можем... Знаете что? Мы можем лопату использовать. Сделать тут себе проход на нижний уровень. Вот он. Теперь взять голову Тамми и пойти убить всех. Потому что голова Тамми, она будет уничтожать. С Бримстоуном. Но она делает вот это. Да. Это по-любому очень сильный забег. Вопросов никаких не может быть, что нам на халяву все досталось. У нас нет, смотрите, этих синих сердец. Я вижу, что у нас мало здоровья. Но все это не важно. Ну, как не важно? Мы умерли. Так что, наверное, это все-таки важно. Но у нас 9 жизней. Так что как-нибудь справимся. Вот голова Тамми. Убиваем сердце мамина за 5 секунд. А, знаете, чуть подольше мы его убивали, чем 5 секунд. Я признаюсь. И вот сделка с дьяволом, где мы еще что-то можем взять. А, вот здесь проход на следующий этаж. В смысле, в ад. Или мы можем завершить игру, зайдя в сундук. Но мы пойдем в этот ад и постараемся сделать все для того, чтобы получить приятные бонусы от этого. Мы открыли Адама. О, класс, Идена. Иден, Адам, это, по-моему, одно и то же. Хорошо, голова Тамми, по идее, должна позволить нам любые комнаты проходить в легкую. Абсолютно. Никаких проблем. Плюс у нас вафля, так что одна наша красная жизня. А я, кстати, вижу небольшую проблему с головой Тамми. Мы ее используем, и, во-первых, новые противники какие-то. Мы используем голову Тамми, и все враги кидают в нашу сторону, летят. Просто это жесть. Ну, если эти враги могут передвигаться. Если эти враги намагничены, то они нас к нам притягиваются автоматически. Тут, конечно, надо было голову Тамми чуть попозже использовать. Ну, ладно. Я не уверен, кстати, что смогу убить сатану. Я вам обещал, что мы убьем сатану. На самом деле, я лох. Поэтому я в своих силах не уверен. И я постараюсь, но я давно с ним не дрался. Я буду с вами честен на 100%, но вот это улучшает мои шансы намного. И знаете, что я сделаю? Я не буду подбирать эти синие сердца, которые темный бомж сейчас кинет на землю. Вот они, два синих сердца. Я их оставлю на будущее, потому что чует мое сердце, могут у нас возникнуть проблемы. Это что такое? Укус паука. Какого хера он в красном сундуке попадается, я не знаю. Это новые противники. Какие-то скелеты с большими руками. Ну, типа эти страшилы. Но мы их особо не рассмотрели, потому что они умерли примерно за один плевок. О, новый противник еще один. Слендермен какой-то. А, мы можем давить черепа. Из этих черепов будут выпадать черные сердца. Знаете что, я подобрал это черное сердце. Значит, пофиг, я вернусь и подберу два синих сердца. Все, мы победили. Вот эти синие сердца и черные сердца, это нам, считайте, гарантирует победу. И еще мы можем включить бессмертие, используя карту колесницы. Так что все будет классно, все будет зашибись, все будет офигенно. Непременно все будет офигенно, если у тебя есть бримстон, если у тебя есть бримстон, если у тебя есть бримстон. И вафля, и куча здоровья, и шоколадка, которая, наверное, нам не нужна. И голова Тамми.
Самый читерский забег в мире, а я еще и жалуюсь на что-то. Я еще и на что-то жаловался. Но вначале было стрёмно, Сейчас мы победим сатану, наверное. Вначале очень было стрёмно и сложновато, если я буду честен с вами на 100%. У нас был... Если вы скажете, что вот, халява, варлоку абсолютно на 100% помогло, чисто случайность помогла победить, то... Переключите на 5-ю минуту этого видео. Мы там были на грани смерти, потому что у нас была половинка здоровья. Пойдем, закончим забег. Мы 100% заслужили эту победу. И заслужили то, что она была такая легкая в конце. Потому что мы взяли риск. Мы рискнули, мы взяли Бринстоун. Я считаю, это круто. Да, Айзек, пока ты залез в сундук, я понимаю. Там страшно, холодно и одиноко. Мы открыли демонический хвост, Иуду. Мы дофига новых персонажей открыли, и это хорошо. Так вот. Ну, мы посмотрели много новых противников. И, правда, они все умирали очень быстро, поэтому как-нибудь... Ну, ничего, у нас будут забеги, где игра нас жестко трахнет и не даст нам нормальных предметов. Вот там вот мы помучаемся уже, это я вам говорю. Ну... Пока что, знаете что, я благодарю вас за просмотр. Если вам понравилось это видео, то нажмите кнопку лайк внизу, пожалуйста. Это будет отличная помощь. Хотите смотреть продолжение, конечно же, подписывайтесь на мой канал. А я благодарю вас за просмотр, и мы увидимся с вами обязательно в следующий раз.